поплыла Мазда Жекина. Ну, не по идее, да 100%. Здесь просто. Ника, не смотри, пожалуйста, Ника, не смотри. Она мягко упала, вон, как-то мягко упала. Напротив Крымэнерго опять просела стенка. Короче, кто-то приехал, видно, на отдых. Это трэш. Река из берегов выходит. Все камни разнуло на пляжу, видишь? Посмотри на ресторан. Весь ресторан плывет. Набережная.
это море. В детском садике забор оторвало. Сейчас Субару уплывет. Сейчас. Все, поплыл. Бедная машина, это жопа. Ёперный балет. А там еще и наша машина, вот там вот где-то. Уже неизвестно где. Это просто жопа, ребята. Я думаю, после этого ты ничего меня уже не удивишь. Керч плавает. Это что-то. Четыре года строили футбольное поле. Ну все. Теперь все заново. Вон плавают дорожки беговые. Ну, короче, вот такая ситуация на стадионе. Скажите, а воды много там? Ёб твою мать! Грибни, чё ты, блядь? Греби сюда, к авто, к автобусу! А как он тебе помог? Блядь, что? Ну а как он тебе помог? Так а что, блядь, мы можем его помочь? Канат какой-то! Боже мой, ну что делать? Да какой канат? Блядь, утонет вообще. Утонет мужик.
вот так вот, а вот. О, Боже! Это... Такого я не видела, тут трубы. Это трубы откуда-то выплыли. Да, зацепило. Конкретно. На работу не доехать. Так что, Витя, будешь лес раскладывать сам. Там доски, он сейчас уже скоро будет плыть до вокзала. На брусе плыви. А, он уже летят. Плыв... Привез мелиоводков. Вообще ничего не можем, получается. Вот она речка. Знать бы, где перекопать дамбу. Ее нет просто такой дамбы, чтобы сбросить. После этого ты ничего меня уже не удивишь. Все, поплыл. Бедная машина, это жопа. Да. Ёперный балет. Там, ты не видишь, что тут происходит. А там еще и наша машина, вот там вот где-то. Да. Уже неизвестно где. Это просто жопа, ребята. Ладно, братан, давай. Да, 4 года строили футбольное поле. Ну все. Теперь все заново, вон плавают дорожки беговые. Ну, короче, вот такая ситуация на стадионе 50 лет октября, город Керч. Керч плавает, это что-то. А что, мы можем кинуть-то? Ёб твою мать! А греби, чё ты, блядь? Греби сюда, на авто, к автобусу! А как он тебе помог? Блядь, что? Ну а как он тебе помог? Господи! Так а что, блядь, можем его... Канат какой-то! Боже мой, ну что делать? Да кто канат? Блядь, утонет. Утонет мужик. Да. Так к машине плыви! К машине плывите! Он бухой. Он бухой, да. МЧС надо вызывать. Давай МЧС вызовем. Скажите, а воды много там?
вот сейчас вот, а вот. О боже, это ж... Такого я ж не видела, было трудно. Это трубы куда-то выплыли. То есть тут уже все плыло. Мама дорогая, делай. Выплыла там, да? Да, зацепила. Конкретно. На работу не доехал. Так что, Витя, будешь лес раскладывать сам. Там доски, он сейчас уже скоро будет плыть. Жить до вокзала.